Решение о раннем начале отопительного сезона на объектах социальной сферы города было принято в связи с наступлением сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также прогнозами понижения ночных температур воздуха. Сейчас в штатном режиме теплоноситель поступил в детские сады, школы, лечебные учреждения, объекты культуры и спортивные учреждения. Начинается отопительный сезон, и какие сюрпризы порой готовят жители многоквартирных домов впуске отопления. Как правило, пуску отопления предшествует определенная кропотливая работа, организация, которая называется либо управляющей компанией, либо товарищ собственников жилья. Батареи, стояки горячего водоснабжения должны осматривать работники данных организаций. При этом осмотр не должен быть формальный. Ежегодно у жителей возникает множество проблем во время старта отопительного сезона. В соответствии с санитарными нормами температура поверхности пола в жилых помещениях должна быть не ниже 16 градусов. Как правило, превышает минимально допустимые и колеблется от 18 до 20 градусов. Но далеко не во всех домах такая температура. Энергетики утверждают, что запуск отопительного сезона – это технологически сложный и небыстрый процесс. Городская система теплоснабжения устроена так, что сначала теплоноситель заполняет магистральные сети, затем внутриквартальные, а потом уже доходит до домов. Поэтому батареи в домах не сразу становятся горячими. Наиболее частыми проблемами, с которыми сталкиваются жильцы, когда происходят аварийные ситуации, такие. Случилась аварийная ситуация, произошло залитие квартиры. Вы делаете звонки в домоуправление, говорят, сейчас, придем. С вашей квартиры вода потекла, еще несколько квартир залило. Вопрос сейчас задают люди, в течение какого периода к вам должны прийти в квартиру, составить акт, подтверждающий само событие. Отвечаю, 12 часов с момента заявления потребителя. Если в вашей квартире недостаточно теплые батареи и снижена температура горячей воды, необходимо обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, контакты которых указаны в квитанции на оплату коммунальных услуг. Максим Яковлев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».